китайском городе Нинбо, посетитель зоопарка погиб в результате нападения тигра, об этом сообщает издание Shanghai Daily. Отмечается, что посетитель перелез через забор и приблизился к зверю в тот момент, когда его кормил сотрудник зоопарка. Тигр бросился на мужчину и некоторое время фактически удерживал его в заложниках. Тигр кусал лежащего посетителя при малейшей попытке последнего пошевелиться. Животное, напавшее на мужчину, попытались отогнать с помощью петард. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где он скончался. В момент нападения тигра рядом с мужчиной находились супруга и ребенок. Тигр был застрелен, передают с места трагедии.